Как всегда при параде, строгий костюм, туфли, лодочки, прическа, сдержанный макияж, нить жемчуга на шее и неиссякаемый оптимизм. Все это про Валентину Децик, женщину, которая много лет задает темп в работе Совета почетных граждан. В далеких 90-х одной из первых вступила в ряды и возглавила объединение. Сегодня председатель почетных жителей Уссурийска принимает поздравления с днем рождения. Город награждал лучших людей вот этим званием. И я вошла в пятерку первых претендентов, ну или выдвиженцев, так скажем, это скорее это правильнее будет. Вот. И вот с тех пор, это в 1993 году, понимаете, как давно это было, это все 27, 28 уже лет, как мы с Анатолием Артемовичем носим это звание. Несколько десятилетий ведет активную общественную работу. До этого учила детей. Развивала 29-ю гимназию, в которой много лет была директором. Потом возглавила методический кабинет. Время как раз совпало с внедрением новых методов обучения. Было сложно, не скрывает именинница. Валентина Евстафьевна никогда не пасовала перед трудностями. И, возможно, поэтому всегда вокруг этой женщины столько людей. Мы с вами знакомы уже около 50 лет, около 50 лет, да, поэтому я хочу поздравить вас с вашим днем рождения и пожелать вам, в первую очередь, здоровья, неиссякаемой энергии, и пусть все ваши мечты сбудутся. В свои 86 Валентина Децик даст фору многим. Ее день начинается в 7 часов утра с зарядки. Потом, как озвучивает виновница торжества, приводит себя в порядок и идет радовать мир. Своими добрыми делами, на счету женщины которых великое множество. Ведь недаром она отличник народного просвещения, заслуженный учитель страны, человек, чье имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Меня окружает всю мою жизнь. Это замечательные люди. Наверное, потому есть у меня еще силы и энергия, потому что вы меня всегда поддерживаете, вы меня подпитываете. Нескончаемая вереница идут поздравлять с праздником. И каждому гостю Валентина Децик рассказывает о своем главном подарке. Ко дню рождения она стала еще раз прабабушкой. Внучка Ольга принесла долгожданное пополнение в семью. Ольга Муравьева, Николай Ларченко, Телемикс.